Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александра Киевская, и добро пожаловать на проект «Одержимое». Прямо сегодня мы с Алинкой, которая меня сегодня снимает, которая у нас скептически настроена ко всему вообще, что есть, наверное, во Вселенной. Мы сегодня находимся вот в таком месте. Вы просто посмотрите на то, что находится надо мной. Это невероятно огромное старое здание. Это отель, который был построен в 1979 году еще, блин, когда существовал Советский Союз. Потом Союз, конечно, развалился, и в этом отеле остался всего один единственный номер, в который не заселяют никого. Никого, кроме нас. Мы сегодня договорились с администрацией отеля, чтобы нас пустили. И мы проверили, действительно ли в этом номере происходят какие-то странные вещи. Но мы настроены, честно говоря, так себе. Пессимистически, скажем, на все это, потому что вроде как отель выглядит довольно неплохо. Ну, по меркам города, в котором мы находимся. Вообще в этом отеле поговаривают, что вот именно в том номере, в котором мы сегодня заселяемся, в номер 714, там происходили странные вещи с людьми. Кто-то выпадал, да, почти 713, кто-то выпадал с окна, кто-то просто долбился головой об стену. Вообще, ну, как-то, короче, все очень странно. И после этого, после всех этих историй, ситуаций, больше никого не пускают в номер. Не хотят просто заселять. А мы сегодня с вами отправляемся туда. Спасибо большое. Я так понимаю, лифты у нас здесь, да? То есть заходим мы отсюда. Ну посмотри, реально. Уже даже. Сам отель, да? Он вроде такой приветный с виду. Какой-то вот. А такой темный, тусклый, мрачный, прям капец. И лифт уже 3 дня едет. Сейчас, ребята, идем показывать вам номер, в котором мы будем жить. Тот самый номер. Номер, который я вам говорила, 714. Нас до последнего, до победного просто даже не разрешали снимать. То, что мы хотим снять, как нам выдают ключи, вот это вот все. Не дали. Просто не дали, не хотели. У нас получается целый 7-й этаж. 13 этажей. Я ни на что не намекаю. 13. Мне эта цифра не нравится. В Америке, кстати, чтобы ты даже знал, чтобы вы знали, в Америке нет 13 этажа, у них идет 12 и 14. 13 считается техническим этажом. Настолько суеверные ребята. Звук тут, конечно, вау. Даже не светится вот эта штучка. Очень тускло. Мы приехали. Сейчас пока без света, без фонарей. Пока что здесь светло, уютно, комфортно. 18:32, а у нас 714, то есть нам вот сюда. Как там на камере, не темно случайно? Темно. Темно? Ну так тут так и есть, ребят. Смотри, это наш, 714, и на нем табличка «Не беспокоить». Пока без ничего, да, тупо «Не беспокоить» висит табличка, прикол. Вот я. Тут столько пыли летает. Ну смотрите, только на этом. А можно жди, может там люди, это точно 714? Да, 714, вот у нас 714 и 714. Рядом 713, честно, я была на 300% уверена, что мы будем в 713, потому что, блин, 13 обычное число несчастливое, но у нас число 714 несчастливое. Боже, но он настолько старый. Я открыла. Блин, а прикольный номер, слушай, смотри, какой милый. Эй! Есть тут кто? Так прикольный номер, смотри, какой большой. Мрачный. Интересно, что ночью будет просто. Я одну. Он не открывается? Открывается. Блин, я думала. Вот с этого балкона ребята поговаривают, что здесь... Ух, ё-моё, смотри. Там внизу даже что-то валяется. Вот отсюда. Или выпадали, или выпрыгивали люди сами. Непонятно просто по каким причинам. Но вот есть здесь вот что-то в этом номере такое. Вот зачем мы сегодня сюда приехали это проверить. Вот вам панорама города. Вроде красиво. Обычный, блин, отель, казалось бы, с виду, да. Но вот есть такая легенда, которую мы обязательно проверим. Чё, делаем обзор, рум-тур по номеру? Давай. Блин, у меня уже не фокусируется камера.
Смотри, сколько поцарапин. Видишь, какая поцарапанная дверь? Угу. Тут все такое. О. Тут закрылись. Которую открываем, и тут напротив 703. Как на какой-то заброшке, нет? О, смотри, тут еще фонарь был. Угу. Когда-то. Посмотрим, работает ли он ночью. Вот, я когда зашла в номер, у меня первое, что под в глаза бросилось, это вот это пятно. Вот это пятно. Вот это вот. Типа здесь такой настолько заляпанный какой-то диван. Не то, что он, знаете, типа он грязный, он отмытый, он реально отмытый. Кровать, типа, то, что полотенечки здесь положили, это, блин, большое спасибо. Мы вот реально заехали, наверное, первые, я не знаю, за сколько лет. Честно, не знаю. Нам этот вопрос не уточняли. Вот зеркальце есть такое. Симпатичное. Торшерчик, лампочка. Ой, светится даже. Включена в розетку, не знаю, подготовились, походу. Кондиционер, балкон, на котором мы уже были. И ванная. Ванная комната. Вот она. Что-то шипит, слышишь? Вот это. Смотри. О, отца уже нема. И здесь вода. Видишь брызги? И тут спальня вода. Почему разбирает? Смотри, спальня. Реально вода. Если тут никто не живет, не жил. Ну, с виду, типа, чистенько, уютненько, красивенько. Когда ты, типа, знаешь, что тут что-то не так, еще тут такая мебель темная, стены темные. Я представляю просто, как тут выглядит все ночью. Я тут пописаюсь. А вот мы сейчас до ночи как раз, если доживем. У нас уже вечереет. Как видите, за окошком уже прям знатно потемнело. А Люсик сидит, смотрит видосы. Я наблюдаю за тем... Что происходит? Ничего не происходит. Такой у нас в данный момент вайб в отеле. Проветриваем помещение. Что ты делаешь? Открывайте. Посмотрите, реально этого не было. Вон, отпал кусок кровати. Мы не прыгали, ничего, на кровати толком даже не лежали. Может, не так чисто. Я иду ее чинить. Но я ее уже не починю, походу. Не запихаю туда вовнутрь. Она просто отпала. И вот это еще отпало. Я как-то неудобно снимаю. Вот. Вот это отпало. Ну, под кроватью ничего нет. Это меня радует. Слышишь? Что за скрип? Ну? Не-а, это отсюда. Соседей вроде нет у нас. Кстати, я вообще... Слышишь, Лин? Да. А на нашем этаже вообще есть кто-то? Ну, мы когда заселялись, она сказала, что на нашем этаже нет... Ну, типа, что вообще, в принципе, мало людей в отеле. Ну, как я поняла, что на этаже помню, у нас да. Никого нет. Я хочу пойти посмотреть. Даже. Так, конечно, что... Да я оставлю дверь открытой. Слушайте. Саша! Слышишь? Тут там... только что свет помигал.
Там в соседнем номере тупо как будто вода выливается. Ты послушай, реально без приколов. Мне сейчас аж херово стало, прям стрёмно. Смотри, слушай. Иди сюда, смотри. Слышишь? Смотри, как там стрёмно. Тут мокро. А там стрёмно. Хотя еще день. Тупо день. Ну как день? Уже вечер, но день. Я вот сейчас прошлась, тупо такая тишина, прям гробовая, реально. Просто смотри. А тут так что-то трещит. Даже там кого-то закрыли. Я на что-то наступила. Кино! Сожа, ты живой! Ай! Боже, у меня сердце в пятки упало. Боже, чеки! Что за херня? Я не понимаю. Просто смотри, эта дверь, да? Вот вход в номер. Я вот на примере нашего даже номера покажу. Вот вы видите, где у нас ванная? То есть заходишь сначала в номер, потом заходишь аж туда. То есть у нас теоретически ванная вот здесь находится. А у них вот здесь вот слышно воду. Вот она. Вот в этой части. То есть смотрите, ванная у них вот тут за толстой стеной. А слышно вот отсюда. Вот прям оно тут вот течет. Тупо, ну... Сейчас к нам затечет, походу. Нам сказали, что мы на номере, ну, типа, на этаже. Именно... Я прошлась тут, блин, день, тишина просто. Такая тишина, что капец. А что происходит тут? Ты же гонишь? Это слышно будет на камере. Да. Чтобы вы понимали, как тут просто мрачно все время. Мы вообще босиком вышли с номера. Короче, ладно. Тут мне стрёмно, Никер. Что-то очень острое, реально. Тупо прям ноги пи***а. Эй! О! На самом деле ощущения такие себе двоякие. Пока не могу сказать, что страшно, но и не могу сказать, что спокойно, потому что реально вода в коридоре до сих пор течет. Я выходила, еще слушала до сих пор. До сих пор она течет. Это, ну, честно, как-то странно выглядит. Реально ни одного звука просто. Ни людей, ни... Что? Что? Я сейчас на полном серьезе, там только что свет включился и выключился. Я клянусь тебе. Нет, там. Где? В коридоре. В коридоре? Как ты поняла? Да блин, я сижу в телефоне, тут включилось и выключилось. Давай там, да, где ты находишься. А, вот здесь? Да. А. Ой, я тебя понял, как выбило
свет. Но он был выключен. Как дует ветром. Реально, вот я говорю, вода до сих пор течет. Блин. Ё-моё. Я думала, силуэт какой-то. Ну, вообще-то. Ну, вообще-то. Ой, ёпт, ой, ебать, да, блядь, да ну нахуй я-то целый вопрос. В смысле? Что тут? Это ты? В смысле я? В смысле я? Ты рюкнула дверью? Что, дурная? Я стояла вон, в соседнем номере. Вот, я стояла здесь. Хочешь, я тебе на камере покажу? Я стояла, снимала, у меня там силуэт какой-то. Посмотри на камере. Типа, оно с одной стороны как будто ручки, да? А с другой стороны тупо вот, вот туловище стоит, не? Это я тоже смотрела. Идем. Да, у нас номер не лучше, чем тут в коридоре. Дверь? Ну, хорошо, дверь — это, возможно, сквозняк, потому что у нас закрыт балкон. И вы не представляете, насколько это страшно. Саша в душе сейчас... Саш. Саша. Что? Там мигал свет сейчас еще раз. Я тебе отвечаю, что там только что мигал свет. Блин, как это возможно, если даже старая проводка? Такая. А что, он при мне сейчас не мигает? Ну, сиди тут, смотри. Окей. Я тебе покажу на камере, смотри. Давайте вместе будем ждать этого момента прекрасного. Даже вот так. Нет, вот так. Нет, все-таки так. Окей, хорошо. Вот! О! Вот! Ты видела? Да, да. Да. Ну, и это возможно, что старая проводка? Это возможно, что старая проводка? Типа, ну он не может просто так моргать. Он реально не может. Ой-ой-ой, а что с камерой вообще? Иди сюда, посмотри, просто тупо трэш на камере творится. Дай, вон, смотри, дай я встану. Держи камеру, смотри. Видишь? Да. Видишь, оно все плывет такими. А что делать? Да. А тут как себя камера ведет? Так же? Так же. Ну, пиксели. Пошла мыться? Тоже? Давай, я послежу за светом, пока тебя не будет. Я тебя звать не буду. Я тебя звать не буду, если что, я сразу съебусь отсюда. А если меня закроют в ванной? Только ставь дверь открытую. Да я же ее выломаю, если что-то будет не так. Блин, тут или пыль летает, или я не могу понять. А что у нас пульт вообще валяется? Кто-то знает почему? Слышишь? Эй, Алюсик! Алюсик! Да ответь ты мне просто, не надо, я знаю, что ты... А,
Че у нас пульт валяется на полу? Он типа... Типа он валяется на полу. Ты его кидала на пульт? Да, нечего было делать, я его решила кинуть на пульт. Я слышала. И это тоже слышала. Просто звуки старого отеля, не более. Реально не более. У меня есть другое предложение. Пришел момент, когда мы, наверное, достанем камеру, которую мы с собой... Что это моргнуло? Я постоянно, мне теперь кажется, что тут что-то моргает. Мы достаем камеры, которые мы привезли, для того, чтобы их расставить в уголках в разных этого отеля, этого номера. Поставим, наверное, камеру в коридоре. Поставим где-нибудь здесь, где мы сейчас находимся, в холле. Ну, в холле номера. В спальне, в туалете. Короче, ребята, поставили мы первую камеру. Камера номер два. Я тут в туалет хочу сходить. Извините, пожалуйста. Куда мне реально? Так на пол! Сюда? Проверяю, снимают ли все камеры.
Она на ровном месте. На ровном месте сейчас на моих глазах. Тупо на моих глазах ебала. А вот эту вот, вот эту вот хуйню. Она тупо на моих глазах. Она ебанула. Вот эту вот штуку. Ну как она нахуй? Столешницу. Я понимаю, что ты сонная и все такое, но блядь. Камера снимает? Снимает. Я все снимают. Ну мы на одной только можем посмотреть. Тебе надо будет потом через ком смотреть. Делай, блядь, ну! Слышишь? Ебать, Саша, это под номером. Да выпусти, дай, ты мне ж камеру. Да допусти, да, у меня там видно вот на камере. Это такое ощущение, как будто день вообще. Что-то тут везде вода течет. Так задумано. Куда вот едешь? Вот это лестница. Тут воняет старичиной такой, знаешь? Блин, вообще в халатах выперлись сюда. Ой, смотри. Что это за супер двери? Отойди, дай это сниму. Ты слышала? Это пи***ц. На, окно открыто. Ну, какой был? Это звук вообще непонятный. Еще одна такая дверь, смотри. Она еще так сложно открывает. Тяжело. Двери закрыты просто. Такое ощущение, как будто мы тут... Подожди, реально, смотри, я не понимаю, где мы. А вот еще внизу. Ну, бабы, сюда приезжают. Там свет включен. А нет, отражение. Что это вообще за здесь? Слышишь? Что такое? Хочу сказать, во всех... Да, слушай. Во, вс...
всех этих, типа, ну ты понял, на всех, короче, этажах, вот конкретно снизу лифт с этой стороны рабочий, а с этой не рабочий. Да. Ой-ой-ой, смотри, меня так ребило сейчас на камере, ужасно. Слышите? Я хочу проехаться на этом лифте. Мы приехали на последний этаж на этом лифте. Даже света нет. И... Ого, смотри. Уже сброшен. Реально. Посмотри на эти двери. Видишь двери? Посмотри. Я вижу. Посмотри на эти стены. Тут воняет. Тут кап. Посмотри, тут кап. Все с потолка. Охуеть. Давай попробуем зайти в номер. Почему это в отеле? Что там происходит? Я такого не ожидала. Этот потолок, смотри. Тут каждая дверь вот такая. Тут есть люди. Не знаю. Слышали этот запах старья? Это пол, Алина. Это пи***ц. Не открываются. Где мы? У меня есть еще один вариант. Мне нравится здесь номеров. Даже на заброшках так не воняет, согласись. Да, мне знаешь, что не нравится? Мне цифры не нравятся, они тут странные. Боже, что он открыт. Давай еще попробуем. Thank you.
такое светится, я не знаю, я сейчас иду. Я думала, что не будет. Подожди, повернись. Мы же на 13-й ехали. Это 14-й. Не на 13-й, я нажимала кнопку 13, последняя кнопка 13, блядь. А мы на 14-м. Может, тут опечатка? Я тут дожила, Тёмка. Боже, если сейчас отсюда кто-то выйдет. Я боюсь, что нас жмуранут тут, капец. Жмуранут, блядь. Короче, вы понимали, только вот там одна лампочка светит, все. Ребята, это точно отель? Это чего такое? Ну, блядь, если уже это вода льется. Там не горит свет. Не горит? Вот это одна единственная мигающая лампочка. Тут так веет холодно, Жилина. Не знаю, честно. А она не откроется, так ее надо поднять. Сейчас, Лучка. А ну, ты подними, а я открою. Реально, вход воспрещен, давай. Она закрыта. Не дошли. Идем. Идем, идем, да. Пятнадцатый этаж. Его ж тут не существует, блядь. А сколько этажей? 13. Мы ехали на 13 этаж, твою мать. А приехали, блядь, уже на 15. Точно закрыт. Давай в тапках, смотри, что там творится. Да похуй на тапки. Ой-ой-ой. Все, это последний. Да. Ты на крышу выход? Он закрыт, да? Ребята, это просто пиздец. Я первый раз в такой ситуации. Что такое? Тут ни света, ничего нет. А ну еще вот эта дверь, еще вот эта дверь осталась. Вот эта дверь. Последняя. Боже, ну откройся, пожалуйста. А я забыла, на каком этаже живем. На 7-м. Куда едем? Что у нас номер открыт? Куда едем?
такой еще не знаешь, как будто вообще ходишь. Вообще, как будто в другой ряд. А ну подожди, стой, смотри. Смотри. Можно вызвать. Что? Можно вызвать лифт. Вот он едет к нам. 14 этаж. Сейчас. Вот еще раз, 14 этаж, все тот же. Теперь смотрите, здесь всего 13 этажей. Ой. Блять, просто нахуй с рук течет. Блять. Ты что, дурная? Открой. Ты закрывала номер? Нет, подожди, может было. Спать. Что? Может, ручка сгнила? У меня нету ключа. У меня нет ключа. У меня тоже нет ключа. Ты, блядь, это видела? Я хочу, я не буду тут спать, я тебе отвечаю. Я тоже не буду тут спать. Я тупо, я не сейчас. Я просто Я просто давай, блядь. А вещи на камеры, блядь, и все это, что? Что? Вещи, но в номере камеры там все. Фу, блядь, нахуй, я не могу, блядь, уже просто, сука, блядь, я просто, блядь, честно. Такое может быть. Ну-ка. Наш номер. Это наш номер, который был закрыт. Пульт вообще валяется здесь отдельно от всего. Тут вообще ничего. Просто окна закрыты, все, ничего не тронуто. Только пульт валяется здесь, и сумка твоя валяется. О, ключ стоит. Блядь, твою мать. Саша, идем. Жди сейчас. Я думаю, сейчас жди. Вроде все собрала. Вроде бы. Ребята, наша ночь в отеле закончилась. Как раз утро. Уже светлеет на улице. Мы тупо... Я вахуй. Мне нечего просто сказать. Реально, я вахуй. Хорошо, что короче, вы не знаете, да, что за номер? А вы вообще первый раз слышите про его существование? Да. Вы знали? Да, табличка, да, типа карантин. На карантин, там что-то свет горит. Мы сейчас идем под отелем, под этим. Вышли.
Сдали номер, к счастью. Я успела записать и задавая вопрос на рецепции администратору. Не знает ли она вообще что-то про номер карантин. Она первый раз слышит о том, что вообще такой номер здесь существует. И у меня такое ощущение, как будто мы реально в какой-то, блин, параллельной реальности были. Вот когда мы попали туда, куда вообще... Туда, чего не существует, назовем это так. Типа реально 13 этажей, 14, 15 и 16 этаж. Вот такой вот, ребята, получился у нас выпуск. Спасибо всем большое, что были с нами эту ночь, это утро. Это была реально ужасная ночь. Это был один из самых, наверное, жестких роликов и будет вот на этом канале. Всем большое спасибо за просмотр еще раз. Скоро увидимся в новых одержимых. С вами была я, Алюсик. Не забывайте подписываться на канал и до скорой встречи. Всем пока!